1, 2, 3. Всем привет-привет! Вы на канале Полинка, Полинка ТВ. И сегодня мы опять идем на сходку к лайкерам. Я еду уже с Ангелиной. Съезжайте с перекрестка. Так, сейчас мы вам покажем, что мы будем дарить руняшки. Так, первое, что я буду дарить руняшки, это, ну, открыточку. Тут написано для руняшки от Полинка, Полинка ТВ. Такая открыточка. Так, я тут открываю, и тут написано: привет, я Полинка, Полинка ТВ. Мой ID и мой ID, вот, и сердечки, лайки такие. Так, следующее, тут у меня есть такой вот самодельный сквишик, какой-то лайк, я его сама делала, мне он очень нравится, вот такой. Надеюсь, руняшки понравятся. И последнее, самое классное в моем подарке, это вот такие наушники JBL руняшки, такие. Ну все, у меня больше ничего нет, давай ты покажешь. Итак, начинаем. У меня, короче, такие конфетки, ребят, вот. И вот такая, вот такое, как сердечко. И тут такое сердечко. Тут написано «Руняшки от Ангелины» и ID. ID моё. Ребятки, кстати, кто не знал, Руняшка мой друг, у меня даже есть его номер. Так, ребят, мы уже приехали. Вот это за... Нет, это не оно, вот стеклянное. Мы не знаем, на каком этаже. Погнали, приключения начинаются. Поехали, топаем. Сразу толпа девчонок начинает идти в мою сторону. Лайкеры, все. Привет, лайкеры. Как дела, лайкеры? Все хорошо. Слушай, господа, давай. Ты поклонница руняшки? Ладно. Ладно. Идеально. Лайкеров подписка. 1000. 1000, молодец. У меня 412. А у тебя сколько? 446. Я в лайке еще около 2 лет. А у тебя, девочка, сколько? 1300. Чем? Вот. Как тебя зовут? Полинка, Малинка ТВ. А вот мой ник, потому что его сложно писать. I am sweet mother. Вот он. Опа. Мне даже потому что его сложно писать. Это его ник. Давайте я вам покажу свой. Давай. Та-дам. Опа. А покажи. Свит Маша? Да. Дженни, дети, так круто, мы будем дома. Кто первый снимет под этот хэштег, тот получит...
Родной? Нет, двоюродный. Двоюродный? Как тебя зовут? Мирослав. Как давно я существую, Лайк? Сколько мы знакомы с Анной?
отходит. Этим активатором она его загущала. О, уже начинает. Начинает. Тельняшка, господи, к тебе придет вода. Что у вас обманули? Брюнетка, где ты свои очки потерял? Раздавил на фортепиано. Да, ты что? Покой это сделал. Передай привет маленьким. Ребята, открою вам тайну. Руняшки с Собяком встречаются. Да, они мои родители, а я их не дочь. Конечно, что вы тут рассказываете? Я милаш. А мой дядя? Папа, а мой дядя? Что, что он мой дядя? Тихо, у меня есть ключик от чьего-то сердца. Мы сейчас узнаем, от чьего. От вот этой девушки. Не подошел. Вот этой. Не подошел. А мне удалась. Всем пока-пока.